Патриарх краеведения, так называют старейшего ульяновского краеведа Жареса Александровича Трофимова. Жарес Александрович собрал большой материал о Симбирске с момента его основания и до 20 века. Ульяновец по-новому осмыслил материалы об основателе города Богдане Хитрово. Трофимовым поднят целый пласт материалов о первых историках Симбирского ульяновского края, а также об известных архитекторах, чьи здания и сооружения украшают город. Но главной его находкой стал дом, где родился Владимир Ильич Ленин, основатель советского государства. Событие, которое было связано с тем, что во время строительства Ленинского мемориала вдруг обнаружилось, что дом, где родился Ленин, оказывается, есть, существует. Это было, конечно, как для того времени, как взрыв бомбы, я хочу сказать. И вот здесь, конечно, проявился характер Жареса Александровича, ведь его уговаривали, чтобы он не шел вразрез уже с устоявшейся точкой зрения. Но он нашел в себе силы для того, чтобы добиться, доказать. Для этого потребовалось много усилий. В свои 95 лет Жарес Александрович полон сил и готов написать еще не одну книгу. Я хочу все-таки парочку книг еще каких-то написать. Вот. Как удастся мне это или нет, я все-таки попробую пока не афишировать. Пока нет. Но если я год-два проживу еще, то я все равно напишу книжку или об Илье Николаевиче, или об Александре Ульянове, или о Владимире Ильиче, потому что о нем, хотя я и написал не одну книжку, все-таки у меня есть еще в запасе темы. На юбилейный вечер пришла Наталья Михайловна Трофимова, жена Жареса Александровича. Они живут вместе больше 40 лет, она его главная помощница. Хотя я географ по образованию, но я преподавала в Пензенском педагогическом институте тогда, вот, а он историк, но пришлось в конце концов переквалифицироваться. И все книги, которые они были изданы за 43 года нашей совместной жизни, больше 40 их так и есть, вот, я готовила к печати. Печатала сначала на пишущие машинки до 70 лет, а потом с 70 до 80 на компьютере набирала. Специально к мероприятию была подготовлена книжно-иллюстративная выставка, в которую вошли книги Жареса Александровича, изданные в разные годы, а также публикации в периодических изданиях. Всего патриархом краеведения было издано более 40 книг. Они стали настольными для краеведов, преподавателей, учащихся молодежи и всех, кому дорога история нашей малой родины. Много теплых слов и поздравлений прозвучало в этот вечер. Конечно, поздравить юбиляра пришел сам Владимир Ильич. В роли Ленина выступил актер Ульяновского театра «Кукол», заслуженный артист Российской Федерации Андрей Козлов. Также праздничную программу юбилея украсили выступления ульяновских артистов и музыкантов, в том числе солиста-вокалиста государственного ансамбля песни и танца «Волга» Владимира Самарева. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.